Вопрос, который рассматривается под хадисом 912. Говорит, «Истаделла ба'ду аль-фукаха би'адзи аль-хадис аля анна мин шарт аль-ихья тахвит хайд аля аль-ард». Некоторые из ученых по фикху, говорит, привели этот хадис как довод на то, что обязательным условием оживления участка земли заброшенного является то, чтобы человек возвел по периметру этого участка стены. Валь-хадис ва ля ядуллю аля иштирати залика. Но на самом деле хадис не указывает на то, что это является условием. Ва гаяту ма ядуллю алей анна ихатат аль-хайд аля аль-ард туадду ихьян лиль-ард. Но все, на что указывает этот хадис, то, что если человек стену возвел, то это считается за оживление земли. «Валя ямна анналь арт тухья бигэйри залика». И этот хадис не воспрещает мнение о том, что земля может быть оживлена и без этого. То есть не является обязательно именно забор построить. Человек может не построить забор, но оживить землю каким-то другим образом. «Вакат тақаддама анналь раджих фиазиль масала аннама аддаву нас ихьян якуну ихьян лил арт валлаху алам». И мы, говорит, уже приходили к правильному мнению в этом вопросе, то, что вопрос того, что является оживлением и возделыванием, а что не является, возвращается к обычаям людей. Если в обычаях людей принято возведение стены как оживление, то это оживление. Если нет, то нет. Если приняты какие-то другие виды оживления, как постройка какого-то здания, очистка от мусора или, допустим, посев урожая и так далее, тогда это будет считаться за что? За ихья, за оживление. Далее.